Окружные полицейские борются с незаконным отстрелом оленей. В нескольких населенных пунктах, где проходит убойная кампания, сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Тропа». Об этом на оперативном совещании при губернаторе сообщил начальник МВД России по НАО Олег Ильиных. В этом году сотрудниками МВД уже зафиксировано несколько случаев незаконного отстрела оленей. Ими становятся отставшие от стада особи. Потому что важенька, не важенька, хорн, не хорн, без разбора уже. Ты без разбора стрелял, да? Ну, в живот, не в живот, куда пойдет. Ага. А выстрелил сколько было подряд? О, это, наверное, порядочно было, да. Сегодня полицейские проводят проверку по факту незаконного отстрела оленей, принадлежащих одному из сельскохозяйственных производственных кооперативов. По результатам расследования будет принято процессуальное решение. В целях профилактики и недопущения подобных фактов полицейские перешли на усиленный вариант несения службы в местах возможного отстрела животных. Ежедневно нами выставляется несколько мобильных групп, которые на снегоходах патрулируют места забоя оленей, а также основные направления их перегона. Кроме этого, нами налажено взаимодействие с территориальными органами внутренних дел на районном уровне соседних регионов, которые граничат с Ненецким округом. Также мы с ними постоянно обмениваемся оперативно значимой информацией.